Канун 9 мая военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» является важным этапом в череде мероприятий, посвященных этому грандиозному празднику. Актеры молодежного театра «Крылья» при театральном центре «Жаворонки» вместе с руководителем Ольгой Кобецкой подготовили насыщенную концертную программу, где в каждом номере сквозили тонкая драматургия и проникновенность исполнения. И если снова в бой вся моя любовь устремится первый, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны, мы не высказанной вины. Кульминацией масштабного концерта стала торжественная передача символов эстафеты «Салют Победе». Трехлинейной винтовки Мосина, военной каски и копии знамени, водруженного над Рейхстагом, главе новоивановского поселения Родиону Трошину. Среди почетных гостей Дмитрий Голубков. Он отметил высокую организацию мероприятия и то, что в поселении людям, заставшим страшные годы войны, уделяется особое внимание. Хочу вам пожелать, чтобы ваши дети, внуки продолжали вас радовать вниманием, продолжали вас окружать и дарить вам тепло и благодарность за тот подвиг, который вы принесли, который вами свершен. И то светлое мирное небо, которое есть над нашей Родиной, это целиком ваша заслуга. Название эстафеты «Салют Победе» символизирует праздничные залпы радости и счастья советского народа в обретении долгожданного мира и спокойствия. Многое переосмыслено в нашей истории, но незыблемым остается главное – несомненные память и слава воинам-победителям. Екатерина Страсветская, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова».